Сегодня у Гомеля узнагородили спортсменов и тренеров в области, которые досягнули значных выников на 31-х летних Олимпийских и 15-х паралимпийских гульнях у Рио-де-Жанейро. На этих спаборництвах спортсмены Гомельской области отримали 4 узнагороды. Это лучший показчик серед областей и города Минска. Згодно с указом президента Беларуси, у лику інших представников Украины, наши олимпийцы отримали державные узнагороды. Подчас ушановывания у Гомеля спортсменами и их тренерам уручили гоноровые грамоты областного выконавчого комитета и областного совета депутатов, а так само премии облвыконкама и представительства Национального олимпийского комитета по Гомельской области. Олимпиада – это единственный старт, можно сказать, к которому готовится спортсмен уже целенаправленно, и туда попасть мечтают каждый, и попасть в финал – это еще больше, взять медаль, подняться на пьедестал, чтобы поднимался флаг твоей страны. Это, конечно, очень здорово. Всегда хочется лучшего, но в связи с обстоятельствами, которые сложились в нашей команде, что мы были без тренера, без, как сказать, без поддержки, можно так сказать. Я считаю, что мы сделали по максимуму и, ну, очень рады. Ну, будем готовиться к Токио, посмотрим.